created by this. This time, the fast fashion industry has been growing much more arts and clothes and has lost its originality. Our talented community, who is the part of the garden, wants to come creations, bring indigenous Qatar design and styles back to the fashionable Qatar community. Doing this is not a good one. Галина Базакрадзе, представительство музея Ростовского музея, припоминает реконструкцию костюмы богатых казанских татарских 19 века. Этому заказу она подошла основательно, изучив всю историю татарского костюма, с научным подходом. И после этого, когда она решила создать современную коллекцию, До этого теперь на сцену приглашаем вокального дуэта «Апах Сиди» двух сестер Раиси Кабиновой и Зельфири Ильясу. А после этого дуэта Раиса будет сама петь и под ее песней будет идти дефиле. Зараяем Джамиля Сабирова. Давайте приветствуем.
поздравить Галину с праздником, с ее творческим праздником. Мы знаем ее как очень доброжелательного человека, хороший, добрый человек, всегда готова прийти на помощь. Спасибо ей большое. И хотим сказать, вот наши костюмы, вот, и колпак шила она. Галина, спасибо тебе большое.